Утро в цеху начинается с куриного ора. Для несушек распорядок дня расписан едва ли не поминутно. Утренний корм с витаминами, чистка клеток и регулярная проверка птицы на педикулез. Айшат Исаева работает в цеху уже год. Женщина шутит, что каждую несушку знает в лицо. Каждой курице нужен особенный подход. Птицефабрика оборудована современной техникой, которая значительно облегчает работу птичниц. Мы к нашим красавицам относимся очень трепетно. Каждый раз осматриваем и следим за питанием. Корм у нас экологически чистый, ведь яйцо, которое мы выдаем на рынок, потом идет на стол. А здоровье людей – это главное. Яйца у нас полезные и питательные. Работники птицефабрики данный участок цеха называют куриной дачей. Здесь находится более 4000 несушек. И несут они каждый день до 1000 яиц. Сельская птицефабрика обеспечивает яйцом и куриным мясом почти весь район. Есть свои точки реализации в Шымкенте. Идея открыть птицефабрику Гульсаре Сейджановой пришла еще в 2014 году. Женщина долго думала, прежде чем сделать такой ответственный шаг. Но решилась, вложила деньги и теперь не жалеет. Ведь в своем ауле она обеспечила десятки семей работой и теперь успешно развивает свой бизнес. Мы обеспечили население нашего аула рабочими местами, стараемся наших несушек кормить экологически чистыми продуктами. И вообще, я плохо понимаю тех, кто говорит, что нет будущего в аулах. Есть оно, между прочим, светлое и счастливое. Но птицефабрика не ограничивает интересы женщины-предпринимателя. В хозяйстве есть свои поля, где выращивают картофель, клевер и пшеницу. Есть и свое хозяйство по разведению крупнорогатого скота. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».